напряжение на клеммах заряженного аккумулятора с вечера, заряжал стационарным зарядным устройством, перед этим долил воды, выровнял уровень электролита по банкам и заряжал, на ночь оставил, утро. Замеряем напряжение на клеммах. 13 вольт, маловато. Аккумулятор не новый. Ну, вообще, допустимо, 12,8-13. И по ее плотности электролита в банках 100% видно. И где-то 1,30. процентов показывает ориометр по всем банкам. Электролит уже в этом аккумуляторе мутноватый видно. Ну, аккумулятору какого он? Какого ж он года? 20-й. Сейчас 24-й уже. 4 года аккумулятору. 100% уровень электролита по всем банкам одинаков. Почему вам это показываю? Потому что раз в год стоит аккумулятор автомобильный снимать с автомобиля. На автомобиле он полностью не заряжается. Плотность по банкам и выровняется только когда вы, во-первых, дольете воды, выровняете, покроете соты. И потом уже только на стационарном зарядном возможно поднять плотность до 100%. Ну и уже эксплуатировать аккумулятор всю зиму. Это желательно делать перед зимой. Подписывайтесь на канал, впереди еще много чего интересного.